Всем привет! Итак, сегодня обзор, ну я не знаю, обзор чего. Игры для программистов, либо обучающего чего-то, не знаю, честно говоря, я еще в это не пробовал. Поэтому цель вот этого видео, ну не сделать какой-то обзор со всех сторон, либо еще чего-то, просто показать, что есть очередной ресурс, на котором, я так понимаю, можно пообучаться. Насколько я понимаю, Ruby, языку программирования Ruby. Обзора на этот язык у меня еще не было, но он будет обязательно. Так вот, еще раз повторюсь, я сейчас буду пробовать как вот тот человек, который еще ни разу не был на этом сайте и не знает, что тут делать. То есть, что это такое? Либо обучающий ресурс, либо это в стиле игры, либо еще что-то. Дальше, что я здесь, ну я два раза запускал, просто смотрел, нет ли здесь ли формы логин. Видел, что есть форма логин, но логин только через Facebook. Соответственно, я сейчас через Facebook залогинюсь, попробую, а потом продолжим. Залогинился, ничего вроде сложного. Ну, то, что тут здесь только через Facebook, уже наталкивает на какие-то мысли. Скорее всего, это было проспонсировано Facebook'ом, наверное. Ну, потому что, если бы это такая серьезная разработка была бы, то здесь не только Facebook был бы. Ну ладно, посмотрим. New Warrior, выберите Select. Что тут? Ну, давайте CPP Pro 100. Нижнего, верхнего регистра нету. Beginners или Intermediate? Нет, наверное, Beginners. Потому что про Ruby я в глаза еще не видел. Я не знаю, что это такое. Ну, понимаю, что это язык какой-то, но для чего он, я не знаю. Итак, что-то я там вижу. Короче, это не люблю все читать. Вызовите Warrior Walk для того, чтобы, короче, этот плеер пошел вперед. Я так понимаю, вот здесь. Cool код, вот тут писать, да? Так, Warrior... Вот так вот, да, и писать прям. Волк. Без скобочек. Так, run. Failed. Ты смотри. Undefined метод. Вроде, давайте я скопирую. Может. О, а, тут знак. Восклицательный знак. И чё? Опачки. Короче, вот здесь восклицательный знак, соответственно, надо было его добавить. Ну и чему я тут научился? Пока ничему. Что тут надо? Так, используйте Warrior Fill Empty, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь впереди передо мной. И Warrior Attack, чтобы драться с ним. Помни, ты можешь сделать только одно действие. А действие заканчивается, вот это типа восклицатель... знак типа указатель того, что этот, как его, блин, действие окончено или что, блин, не знаю, как по мне, не, я-то примерно понял, что сделать надо, но как по мне, они должны были бы как-то с примерами, что ли. А так получается, это какая-то дешевая разработка, проплаченная Фейсбуком. Наверное, не знаю. Это чисто такие мои мнения. Ладно, давайте. А, тут знак вопроса. И, ну, а как мне узнать результат? А, я, кажется, понял. Смотрите, походу... походу вот так, да? Типа, если empty, то мы... волк. Не, подождите, а как else? Что-то я не вкурил. Давайте попробую if написать. If. Но шрифт, кстати, что-то я не... Не. Не, он увеличивается, но как-то... О, вот так вот, наверное. Если empty, то что? То вот так вот. Else. Ну, else подсвечивается. Подсвечивается. Значит... Значит, атакуем. Я не уверен, что сработает. Не знаю, даже в том же
Code Combat, по-моему, вот этот процесс был попроще. Ну, в плане обучения. А, вот тут, в принципе, о, так тут есть какая-то помощь. Empty. Что такое space empty? Если true, это означает, что ничего. Ну, короче, блин, не люблю это все читать. Ладно, run. Ну, понятное дело, syntax error. Ожидается end. Где end? Наверное, после else. Давайте. End. Вот так вот, что ли? А ну-ка. Тык-тык-тык. Опача, смотрите, дерутся. Давай, вали, вали его, вали его. А что это, жаба? Убили. 12, ну, нормалек. Вы могли бы написать, но как бы человек пришел обучаться, может, он вообще никакого языка программирования не знает. А хотя, может быть, здесь расчет на то, что ты уже что-то знаешь. Не знаю, давайте еще пару уровней. Что надо сделать здесь? Делать здесь. Так, надо, ага, вот можно использовать, можем узнать, сколько здоровья. Ага, я понял. Значит, используйте REST. Я так понимаю, на это надо куда-то сюда вставить. Ага, вот атака. Атака. Наверное, вот здесь надо проверить. Если... Блин. Возвращает числовое значение ваших жизней. Хорошо. А это восстанавливает. Ну и чё? Блин, я понял. А мне... Я забыл, поскольку жизней снималось. Ну ладно, если Warrior Health... меньше 10, то давайте сразу, иначе будем драться не на жизнь, а на смерть, вот так вот. Но не на жизнь, а на смерть будем драться, если у нас хватает жизней, вот так, да, иначе будем хилиться, да, 10%. Ну-ка попробуем. Получи. Опачки. Это... Так, сейчас смотрим. Если меньше 10, мы будем восстанавливаться. Угу. Опачка. Нормально, нормально работает, смотрите. На две жизни Не понял. Ты чё, дурилка? Что-то пошло не так. А я не могу понять, а что не так? Ну, смотрите, ну, если, да, иди-то, я понял. Если меньше 10, я восстанавливаюсь. А если два раза? Давайте, если меньше 20, вот так вот. Ударил. Только одно действие может быть сделано. Я понял. Наверное, надо сделать вот так вот. Перед тем, как проверять, есть ли там что-то или нету, мы проверим наше количество жизни. Во. Наверное, вот так вот. А ну-ка. На тебе. Ударил. Что ты будешь делать? Ну, что-то не понял. Если, ладно, а тут Ctrl Z работает, вроде работает. Что-то не так, что-то пошло не так. В чем фишка? Я иду, бью его, он бьет меня. Потом я смотрю, если жизни меньше какого-то количества. А как можно пойти обратно, кстати? Во, давайте посмотрим справку. Rest, health.
Фил, что такое Фил? Ага, возвращает пространство какое-то. Что-то я не понял. А, move in, в указанном направлении. Вперед по умолчанию. Вперед по умолчанию. А как идти обратно? Ага. Короче, блин, тут уже много ифов получается. Фил, вот Фил, я понял. Если впереди пусто, то тогда мы идем. Иначе, если у нас жизни меньше 15, давайте, если, а как узнать? Наверное, обычно в скриптовых языках нот. Если не пусто, то мы тогда... Да, я туплю, потому что еще не понимаю здесь логики, как это все работает. Короче, если не пусто, то я попробую идти обратно. А как мне идти обратно? Волк. Вот реально непонятно, как мне указать. Это тут скобочки есть? А ну-ка, back, давайте. Наверное, нет. Warrior. Так, дальше. Короче, если не пусто, то я иду назад. Вот. Иначе... Во. Елс. Потом, по идее... Можно будет восстановиться. Короче, я что-то такое написал. Да, иди ты, блин, давай, ран. Так. Что такое? Что-то где-то end ожидается. Подожди, if, end, if. По-моему, вроде у всех end есть. У кого... Подожди-ка, подожди-ка. Вот этот if. Вот он, if end есть. У тех ифов тоже есть end. И у этих ифов есть end. Наверное, наверное... Может, not не так пишется. Блин, честно говоря, я что-то не понял. Кстати, кто врубился, тот... Короче, непонятно. Много ифов, это что-то меня уже смущает. Давайте я еще раз попробую. И думаю, все, и хватит обзора, потому что надо познакомиться, наверное, с языком. Хотя вот так вот можно, в принципе, и знакомиться. Так, давайте с самого начала. Смотрите, если впереди пусто, давайте так, мы будем идти, если впереди пусто и жизни у нас 20. Во! Как нам это сделать? А ну-ка, здесь оператор и есть. Блин, вроде. А ну, end. Наверное, end. Если warrior, если пусто и warrior health вот так вот равно 20, то мы идем. Во. Попробуем сейчас вот так вот методом вот такого тыка, да, научный метод тыка. Попробуем вот этот if будет работать. Смотрите, идет. Идет. Атакует, ну, потому что сейчас это срабатывает. И что это? А, это он атакует. Все. Пауз. Да, елки, остановись. Понятно. Вот. Первое условие есть. Если у нас количество жизней, надо другое условие. В скриптовых языках обычно, ну я не знаю, это скриптовый else if. If. Ага, вот, else if. Иначе, если. Теперь смотрите. Если количество жизней меньше 20,
то будем восстанавливаться. Ну, не знаю, сработает, нет. Но else if вот походу нету. Есть else пробел if. Во. То where, где тут у нас, как там восстанавливаться? Вот он, да, rest. А чё, я не могу скопировать? Ох вы. Ладно. Делаем вот так. Where что-то не пишет, потому что не там курсор. Where.rest. Так. Вот, да, rest. И походу восклицательный знак это означает, что какая-то операция, ну, типа, закончена, да, и можно приступить к ее выполнению. Наверное. Так, восстанавливаемся, если впереди пусто и меньше, то, ну, попробуем, давайте. Что? Какой? Где? Пишет синтакс error. Какой синтакс error? Может быть, if, else, if? Неправильно. Интересно. Ну, тут надо гуглить. Сейчас я гуглану. Ruby if else. Ruby с нуля условные операторы. Так, if else if, во, не else if, а l, вот так вот, else if. А ну-ка. О, вроде работает. Блин, а что тогда else if, наверное, для каких-то других вещей. Так, убили. Ну, дружище, иди. А, он восстанавливается. О, вроде бы это то, что надо. Хорошо. Ну, я думаю, на этом и закончим, чтобы уже время не терять. Я думаю, в принципе, вы... Не, ну, как? Ну, вы, в принципе, это поняли. Я имею в виду по поводу ценности этого ресурса. Возможно, если есть время, то почему бы нет? В такой игровой форме можно подучиться, ну, познакомиться как минимум с этим языком. Ну, как видите, на третьем уровне мне понадобился Google. Вот, поэтому да, тут надо гуглить. Помощь здесь не очень. Ну, ничего, в повседневной работе гуглить приходится часто. Все зависит от задач. Короче. Короче, вот такой вот есть ресурс. Поэтому все, кто хочет познакомиться с Руби в вот такой вот форме, вперед. Ну, тут вообще нужно кого-то... это девочка или мальчик? Мальчик. Наверное, его тоже надо убить. Ну, наверное, это сделаете уже вы. Я дошел до четвертого уровня. А до какого уровня дойдешь ты? Короче, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.